Всем привет, это ЛСК Клан, и сегодня я буду снимать How To Shoot специально для ЛСК. Попал. Извините за этот казус. Всем привет, это Leaks White Clan канал, и сегодня будет обучалка X-Rite 180. Гэнг-гэнг. Приступаем. Этот трюк достаточно сложен в обучении, но когда вы его научитесь, вам будет достаточно просто его делать, потому что вы поймете весь принцип, как бы. Этот трюк очень стильный, и вы сможете давать им всем банки, вымите они своими кривыми барами. Ну почему я так ловлю? В общем, для обучения этого трюка вы должны уметь три основных трюка. Нет, даже два. Это X-Rite и Man of 180. Как бы, и все, вам просто осталось комбинировать эти два трюка. И у вас будет X-Rite 180. В общем, самая сложная часть этого трюка заключается в том, чтобы вы вышли с X-Rite на сразу на мануал, как бы. В этом больше всего ошибок. То есть вы, когда выходите с X-Rite, вы сразу 180 не закрутите. Вам нужно сначала выйти на мануал, а потом уже сделать с этого мануал 180, как бы. Поэтому мануал 180 вы должны уметь. И потом постепенно, когда вы научитесь уже делать стабильный X-Rite на мануал на 180, вам нужно просто уменьшать расстояние мануала. И тем самым вы будете делать сразу на 180, как бы. Просто вы не будете замечать самого мануала. То есть вы как будто сразу 180 делаете. Ну и все, просто посмотрим сейчас, как это делается. Я объясню каждый этап, каждый заход, каждый выход, каждую закрутку, каждый выход, каждый пуква Вовы. Самая первая часть — это заход на X-Up. Это умеет каждый школьник, это легче даже чикенбара вашего любимого. Для начала попробуйте просто перевернуть руку, правую и левую, смотря с какой ногой вы катаетесь. Если вы катаетесь с левой ногой, то вы переворачиваете правую руку. Если с левой, с правой, точнее, переворачиваете левую. И попробуйте просто так поездить, побалансировать, поймать баланс на X-Rite, понять всю суть его. Когда это у вас уже будет стабильно, можете пробовать ставить нормальную руку. Также переворачиваете руку обратно. И закручиваете X-Up, и едете на нем, как бы. Это тоже у вас долго времени, мне кажется, не займет. Вторая часть — это выход с X-Up на мануал, самая сложная часть. Для этого вы должны уметь хотя бы делать мануал очень хороший и чуть-чуть поворачивать руль, даже не чуть-чуть, а прям, если в идеале, вы должны его закручивать даже на X-Up и ехать также на мануале. И когда это у вас будет хорошо получаться, мне кажется, у вас спокойно получится выйти сразу с X-Up на мануал. Третья и самая легкая часть — это просто сделать мануал 180, когда вы вышли с X-Up на мануал. Если вы умеете мануал 180, это не составит вам большого труда. И все, вам осталось просто комбинировать эти 3, 4, 5 этапов, неважно. И все, трюк готов. Можете давать всем банки в имите. Всем удачного катания и всем пока. Я Дима Гордей. Пау. Можете уйти отсюда, пожалуйста. Спасибо. Приступим к первому этапу. Это X-Rite. Он делается вот так вот. Вот. Подходи, я тебе автограф дам где-нибудь. И его умеет каждый. Сбиваюсь, я не могу говорить. Во, мне текст нужен. В общем, третья и самая легкая часть — это просто сделать мануал в сванейте. Мануал. У меня вся жизнь перед глазами прилетела. Офигеть, вот это тема. Давай, снимай. You make my heart go bang bang. If you're happy, 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 clap your hands. Чисто шугать малых. Пойдем малых шугать на камеру. Ваш канал очень хороший. Думайте по поводу нашего канала. Хороший канал. ЛСК пранки. Ох, ёп! ЛСК пранки.